Сегодня 20 апреля прошли соревнования под названием «Нива рулит», где участвовали автомобили «Нива». Было две категории: стандарт и подготовленные. Трасса построена в карьере, были грязевые ванны, были подъемы, спуски. Не все правильно выбирали траекторию прохода сложных спецучастков. Некоторые там, конечно, поломались. Основная масса всю трассу откатала. Все замечательно. На третьем кругу сломали шлюз. Вот, пожалуйста. Пошел всего 500 километров. Новый. Первое место взять, а создать больше шоу. Я больше уверен, что за сегодняшние покатушки больше всех видят на моей машине. То есть главное участие? Главное участие. Участие народу прям адреналинчик, сказали: поехали, там психара есть, поехали. По-любому что-то будет. Спецучастки, где грязевая ванна, там нужно было думать. Некоторые заезжали, не обдумав. Не у всех машины были подготовлены, хотя в регламенте было написано, что иметь при себе желательно, ну, лопату тоже обязательно. А также можно было использовать центраки, но все что угодно. Все вещи, которые используют джиперы, все можно было сделать. Все хорошо, все здорово. Были достойные соперники с кем. Интересно было побороться. Так повелось, как бы на всех наших мероприятиях призы получают все. Любой участник хоть какой-то приз утешительно всегда получит. Это как бы принцип наших соревнований. Первое место в зачетной группе «Стандарт» занимает экипаж номер 35 Жариков Иван, Протопопова Мария. Молодцы! Подготовки занимает экипаж номер 05 Толмаков Василий, Толмаков Дмитрий.